Привет! Подписывайтесь, отписывайтесь. Нравится, не нравится. Так, сегодняшнее видео о том, что не так с нашим погрузчиком. То есть вот у нас 80-ка с погрузчиком. Ну, то, что он медленно у нас грузит, работает, это нас устраивает. Да я знаю, что там распределитель надо смотреть. Некоторые специалисты мне подсказали, какой купить распределитель. Я купил 80-шный, а специалисты догружатель выкинули. И он у нас просто-напросто перегрелся и сейчас очень плохо работает. Так что вот из-за этой, по этой причине он медленно подымает. Вернее, секции включаются плохо. Что с куном не так? То есть вот он у нас такой... Но это не кун, я напишу, как он называется. То есть вот здесь будет видно, как это ПФ какой-то погрузчик. Как-то он снеговой, отвал 0.38. Вот такой. Брал я его бэушный. Стойки мы уже поменяли. Есть у меня и видео, как мы их сломали. И... Не доделал я его, то есть я вот его так купил, и он как бы работает у меня уже больше года, да уже больше 2 лет, наверное, он работает. И я его все доделать не могу. Вопрос не в том, что доделать, не доделать. Во-первых, у нас токарей нету, то пьяный, то обгажен, то еще какой, то есть, а ездить это все опять же накладно. Подумал, что легче купить. В общем, заказал все эти запчасти, детали. И оказалось, что эти запчасти, детали мне обойдутся больше 35 тысяч. Я его брал за 50. И 35 стойки я уже за 40 купил. И получится так, что в него вкладывать легче новый купить. Вот сейчас идет разговор о том, что либо купить еще один, либо... Все-таки этот доделать до конца. В чем проблема в нем? Ну, во-первых, отвал этот. Вот так он с ковшом ушел. Уже вилы я дополнительно сам покупал. Этот ковш какой-то нехороший человек изуродовал так, что фиг поймешь, что. На самом деле, что вот здесь вот на погрузчике не хватает 2 штанг. Вернее, она есть, но она приварена. Вот эта вот штанга приварена ковшу. Она должна стоять на установке. То есть вот эта вот часть ставится вот сюда, а цилиндр также ставится сюда. И она будет вот здесь, пример. А здесь вот этой штанги второй не хватает на ковшик. То есть здесь должна быть также с петлями штанга. Вот отсюда вот штанга и сюда. То есть она будет вот здесь и здесь. Вот из-за этого у нас не доворачивается ковшик. Ну, я ковшом пользуюсь 2 раза в год. Мне, грубо говоря, навоз на огород. Огород гектар закинуть. И, ну, и песка там, может быть, привезти на дорогу, подсыпать. Все. Моя основная задача – это вилы и погрузка рулона. Вилы у нас есть. Погрузка рулонов не требует выворачивания установки. Фиг знает насколько. Так что свою работу он делает. Доделать его, я думаю, что надо, но финансово пока мне сейчас затратно. Сейчас вопрос стоит о посевной, о подготовке к сенокосу. Еще сетки не докупили и солярки. У нас еще только 400 литров, а надо хотя бы тонну взять. Ну ладно, так что вот так. Если есть у кого вот эти вот запчасти, кто понял меня, то есть у кого-то валяется, может, где-то бэушные какие-то, то с удовольствием приму, не бесплатно, но если будет финансово выгоднее, чем в магазинах, потому что вот эта вот часть, она в магазине больше 5000 одна, то есть 2 десятка, верхняя раскосина тоже около 3 или 4 тысяч, то есть это 20-ник плюс пальцы. Ну, я говорю, я считал, тогда у нас выходило 34 с чем-то под заказ, это вся фигня. Так что пока нет такой возможности, буду готовиться к сенокосу так, как есть. Ну, сейчас мы его скинем, зацепим снова вилы и подвезем
несколько рулонов. Так что вот так. Пишите, комментируйте. Спасибо, кто посмотрел это видео. Всем удачи.